Прошла очередная встреча в формате выездной администрации. На вопросы люберчан ответили профильные заместители главы, представители управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. На этот раз собрание прошло в поселке Октябрьский. Какие проблемы волнуют жителей, расскажет наш корреспондент. Пешеходный переход, пожалуйста. У нас там транспорт, пожалуйста. Павильон строят на автопарковке, мясной. Есть поселок и павильон. Местом встречи стал актовый зал 53-й школы. Главная задача выездной администрации – помогать люберчанам быстрее решать проблемы. Жители поселка Октябрьский обратились с вопросом о незаконном строительстве торговых площадок по улице Ленина. За этот год возвели 3 новых павильона. Здесь павильоны незаконные. Тогда вопрос, как они опять получали документы, строятся на парковке, на местах, где машины должны стоять. Где Бургер Кинг, там и так парковок, точнее парковок, палаток столько, что достаточно, больше там ничего другого не надо. Жители задавали вопросы и блоку благоустройства. Людмилу Фролову волнуют дальнейшие работы в парке «Лесная опушка». На данный момент закончен первый этап. Очень хотелось бы, чтобы деньги выделили, чтобы наш проект, который приезжали, открывали и глава, и все руководители, был завершен достойно. Встреча прошла отлично. Жители обращались с различными вопросами, такие как нестационарная торговля, благоустройство парковых территорий, безопасность, установка камер видеонаблюдения. Все вопросы мы записали, и обязательно каждому жителю, который сегодня обратился, будут даны исчерпывающие ответы на их заявление. Ни одно обращение не останется без внимания и ответа. Узнать о предстоящих встречах можно на официальном сайте администрации или в социальных сетях. Анастасия Кладинова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.